Всем привет, меня зовут Кот75, и сейчас вы увидите такое, что точно никогда не видели. Дуэль полукобега двух супермоделей, двух королев красоты. Сейчас на ваших глазах состоится официальный поединок Алины Коняева против Альбины Шейк Шейхисламовой в рамках турнира Кубок Models Fire. Итак, это Москва, Россия, и мы начинаем. Представляем первую участницу, Алина Коняева, Москва. Алина, IT-специалист в сфере автоматизации бизнеса. Также она преподаватель модельной школы. Считает, что любой талант – это хорошо натренированный навык. Девиз «Везет тому, кто везет». Буквально на днях она выиграла конкурс красоты «Королева столицы 2022», с чем ее поздравляем. Ее соперница Альбина Шейк Шейхисламова. Победительница конкурса красоты «Мисс Республики Башкортостан», «The Queen of Asia», «Мисс Photogenic», принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Grand International», «Мисс Eco International». Альбина – выпускница медицинского университета, работала в ковид-госпитале, сейчас фотомодель. Считает, что красота спасет мир. Девиз – «Будь уверен в своих силах». Выстрел из лука в движении по наземной цели – сложнейшая задача даже для тренированных лучников. Обе девушки никогда в жизни не стреляли из лука. Это их первый опыт. Посмотрим, как они справятся. Два слова о правилах. По команде судьи модели выходят на огневой рубеж и стреляют. Побеждает девушка, которая первой поразит твое сердце. Шучу, конечно, поразит мишень. В случае промаха победа присуждается лучнице, которая первой выпустила стрелу. Исход дуэли будет только один. И будет только один победитель. А кто это будет? Алина или Альбина? Узнаем через несколько секунд. Делайте ставки, проверяйте свою интуицию. Пишите в комментариях под видео свой прогноз. Первый правильно угадавший победителя получит специальный приз от партнера турнира. А кто наш партнер? Представляем партнера турнира Models Fire компанию Vova Lingerie. Участницы экипированы моделями коллекции Montpassier и Vige. И вы можете купить эти сводящие с ума комплекты белья прямо сейчас на сайте Vova Lingerie. Ссылка в описании ролика. Итак, все готово. А вы готовы? Тогда начинаем. Обратный отсчет. 3, 2, 1, огонь! Первая на рубеж выходит Альбина. Она встает в изготовку и стреляет. Промах. Есть шанс у Алины. Верим, должна попасть. Промах. Был шанс, был, но, к сожалению, мимо. Что скажут судьи? Ждем решения, а пока наслаждаемся коллекцией от Vova Lingerie. Это восторг. Решение судей. Обе девушки выполнили выпуск стрелы по правилам лукобега. Они остановились на рубеже и стреляли в неподвижном положении. Так как Алина и Альбина промахнулись, победа присуждается первой, кто открыл огонь. И это была Альбина Шейк Шейхисламова. Поздравляем Альбину с победой. Ее сопернице Алине говорим большое спасибо за красивую борьбу. Еще больше видео и фото в нашей группе ВКонтакте Models Fire. На этом все. С вами был Кот75. До новых встреч. Делитесь этим видео в соцсетях, распространяйте в мессенджерах, ставьте лайки и реакции. Комментируйте. Да пребудет с вами сила энергии и прогресса.